65 медучреждений Дагестана получат помощь из Турции. В республике началось распределение большого гуманитарного груза, направленного на борьбу с коронавирусной инфекцией. Напомним, что медпомощь была направлена по линии турецкого общества «Красного полумесяца». В Дагестан груз отправился после обращения кавказской диаспоры к властям Турции. Сегодня в больницы поступили около 90 тысяч защитных масок, 20 тысяч медицинских костюмов, 4 тысячи защитных очков и дезинфицирующие средства. Грузовик, заполненный медикаментами и средствами индивидуальной защиты, выехал из Анкары и прибыл в республику еще в конце мая. Но Министерство по национальной политике и делам религии Республики Дагестан, как получатель гуманитарного груза, столкнулось с некоторыми трудностями на таможне. Только 18 июня мы получили разрешение с Министерства здравоохранения Российской Федерации, после чего мы в пятницу прошлую получили груз с дагестанской таможни. Нам он необходим, пандемия снизилась, значит, скажем так, такой наплыв, но она не исчезла. И сегодня в Казахстане, в Америке, в других странах идет обратное ужесточение. Поэтому сказать о том, что не к месту, это невозможно. Наоборот, мы должны только за это благодарить. Распределение гуманитарной помощи проходило при участии представителей общественных организаций. Отметив прозрачность процедуры, общественники и врачи выразили благодарность инициаторам. Хотя, конечно, хоть печальный случай, хоть печальное событие, но тем самым мы уже лишний раз доказали, что мы одни, что наши народы одни, в тяжелую минуту друг другу оказываем помощь. Огромное спасибо и благодарность от нашего общества. И мы предбудем сотрудничать и предбудем друг другу помогать. Огромное спасибо. Не поздно поступило это все. Мы еще не знаем дальше, что ждет. Дай Аллах, чтобы все было все хорошо. Лучше поздно, чем никогда. Это все нам пригодится. Мы помним, как мы нуждались и в масках, и во всех этих дезинфицирующих даже средствах. А сегодня мы уверенно можем и бороться, и идти дальше с этой болезнью. Дай Бог, чтобы она миновала нас. Спасибо всем, кто оказывает помощь на сегодня больным с ковидом. Спасибо за все всем республикам и странам, которые нам оказывают такую помощь, которой мы нуждались, мы нуждаемся, и нам это очень сегодня нужно.